«Обниму бесплатно». С такими плакатами вышли на улицу старшеклассники поселка Варгашор. Они примкнули к активистам всего мира, которые 21 января отметили День объятий. В этот день принято обниматься со знакомыми и близкими людьми, таким образом делясь с ними своей душевной теплотой. Однако именно сегодня можно подойти к совершенно незнакомому человеку и обнять его. Причем просто так, без всякой интимной подоплеки. Празднование Дня объятий не требует никаких материальных затрат. Стоит лишь щедро награждать своим душевным теплом прохожих. В ответ чаще всего такие же доброжелательные объятия и улыбки. Варгашорские доброделы вооружились плакатами, веселым настроением, большим запасом обнимашек и прошли по улицам и магазинам поселка. Мы считаем, что это будет очень позитивно, и как минимум это зарядит позитивом на час, а может быть даже на целый день обычного прохожего. Это необычная акция, и мы считаем, что это будет замечательно. Для хорошего самочувствия человеку ежедневно необходимы объятия. Это уже научный факт. Дружелюбные прикосновения укрепляют здоровье, повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, стабилизируют кровяное давление и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В морозный день обнимашки многим пришлись по душе. К тому же варгашорцам эта акция знакома с прошлого года. Марина Иванова, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.